Я Алексей Вакулич, игрок футбольного клуба «Минск». Родился я в городе Ивазевич и Брестская область. Футбол меня привел мой папа в возрасте 5 лет, тогда еще ходил в сад. Пошел по стопам, наверное, и отца, и старшего брата, так как старший брат начал на год, на два раньше заниматься, и меня все время тянуло к этому. Папа решил, наверное, тоже отдать футбол, и с первых дней мне сразу понравилось это занятие. Первым моим тренером был Василеев Сергей Тимофеевич, но также и мой отец, который во многом помогал мне и делился опытом, который накопил он за свою футбольную жизнь. После игры на лицензировании со мной связались с футбольного клуба «Минск» и предложили перейти именно в столичный клуб. Поговорил с родителями, с родственниками, решил, что это шаг вперед, и им надо пользоваться, такой шанс не всегда выпадает. Вообще, где тренер ставит, там и стараюсь выкладываться, делать те задачи, которые требует тренер, ближе полузащиты, с края в полузащите под нападающим, больше обострений, наверное, развитие атаки, такая позиция. Слежу, конечно, за многими звездными футболистами. Мой кумир Лионель Месси, с ним в один день родился, и что-то у него трудно что-то перенять, потому что он человек такой талантливый от Бога. Но все равно стараюсь что-то за некоторыми людьми что-то перенять себе. Даже тоже слежу за таким футболистом и в обороне что-то где-то подмечаю, потому что без этого сейчас никуда. Мне больше нравится английский чемпионат, так как там больше силовой игры, больше и технические нужно, и в защите отрабатывать. Испанский же чемпионат, там больше технических игроков. Испанский на втором месте чемпионат. Коллектив хороший. Много молодых ребят, но есть и старшие, опытные ребята, такие как Сергей Мельянчук, Леонид Ковель, Виталий Трубило, Сачивка Александр. Многие, которыми приятно с такими людьми работать, и первое время даже немножко побаивался даже начать разговор с ними. Но постепенно они передают свой опыт, где-то подсказывают, поэтому очень коллектив хороший сложился. Задачи поставлены самые высокие, но я думаю, и каждый футболист ставит перед собой только высокие задачи, чтобы идти к ним. Я думаю, все получится у нас, потому что и состав хороший, тренерский штаб, так что все будет хорошо. Дорогие болельщики, с вами всегда проще играть, и мы всегда будем стараться выкладываться на полную, и будем стараться играть именно для вас. Поэтому нам нужна ваша поддержка, и мы ждем уже вас на матче первого тура открытия чемпионата Беларуси 2016 года. 2 апреля с Витебском. Нам нужна ваша поддержка.